место, где можно купить донатс. Здесь около Liberty Park, находится в Salt Lake City. Классная. Вот так выглядит. Классное вообще место. Вот этот у нас идет с начинкой с вареньем. С малиновым. А я взяла просто без... обыкновенный самый. Я люблю самые простые. Вот такой взяла. Он glazed называется. То есть он просто такой сахарной поливкой покрыт. И иногда я еще беру sugar powder, который просто шугаром, ну, сахаром присыпанный. Они самые простые, но они мне больше всего нравятся. Самые лучшие донатсы здесь. Вот все, что я пробовала, в принципе, в Юте пока. Вот эти самые классные. Они очень... Это мелкое такое, скажем, производство. Мелкий бизнес. И вот они прям такого хорошего качества их делают. Очень легкие, вкусные. А почем? Я даже не посмотрела. Но они где-то, по-моему, 80, что ли, центов стоят за штуку. Такой простой. А вот этот вот чуть подороже. Вот так. Вот такой донат. Классный. Сейчас мы его откусим. Вот такой внутри. Воздушный-воздушный пончик. Очень вкусно. Сколько там классного крема внутри. Это как джем такой. Обалденный. Ну да, джем. Классный. Розмарин цветет. Я даже не знала, что он так цветет красиво. Прям здесь вот у них посажено на улице, считай, огромный куст розмарина. Мы находимся в районе Авенюс. Я здесь частенько бываю летом. Здесь очень красиво. Такой необычный райончик старый. Чем-то он мне напоминает. Даже я не знаю, Европу, не Европу, даже Россию в какой-то степени. Очень такой плотненький, тесненький, старые домики, заборики. Много огородов тоже. Цветочки все это. Очень-очень мило. Здесь вот у них растет очень много розмарина. Тут можно прям прийти, попросить надрать, если нужно. Мне кажется, разрешат, против не будут. Здесь очень мило, очень хорошо. И цены тоже, соответственно, кусаются. Так как это самый центр города, один из самых старейших районов, престижных таких. В общем, здесь здорово. Вот здесь тоже перед домом. Видимо, можно разбивать огородики. Сделали такие специальные из досок. Как они по-английски называются? Flower beds. Или vegetable beds. Как такие ящички. Видимо, что-то будут сажать. Может быть. Кто-то вот делает это дело. Сажает еду в себя перед домом, за домом. Становится более популярным в Америке. Выращивать собственную еду, хотя бы что-то. Травки какие-нибудь, огурцы, помидоры. Это часто можно увидеть. Вот как классно. Сосна с такими красными шишками. Я сегодня без стабилизатора с руки снимаю. Но мне эта камера, она вроде так, в общем-то, неплохо стабилизирует, когда я ее не трясу руками. Это что, она тут липа? Играют. Цены здесь, конечно, да, тоже высокие. Потому что чисто район. Из-за района. Такой интересный дворик. Улицы, улицы. Вот здесь где-то квартирные небольшие комплексы есть такие. Совсем даже небольшие частные домики. Липа, что ли, или что-то типа того. Нет, это не липа, это что-то типа клёна, может быть. Листочки похожи. Как-то здесь так по-домашнему все уютно. Здесь целые усадьбы, некоторые домики вон огромные какие. С такой мансардой на крыше. Прикольно. Некоторые домики совсем простенькие. Каштанчик. Кругленький.
хорошо. На улице сейчас не жарко. Тепло, но так не жарко. Нормально. С другой стороны горы видно. Ветерок-то вообще прохладненький такой. Задувает. Тоже квартирный комплекс. Ну там, да, неукупные цены. 180 и выше. За двухкомнатную квартиру. По крайней мере, то, что я видела. Как в Сан-Франциско домики похожи. У них здесь прям мебель стоит около дома. А здесь тоже, видимо, что-то посадят. Приготовили землю. Может, помидорчики. Розмарин растет. Такой огромный, красивый. И вот они все авенюс на уровнях находятся на склоне горы. И все оно как бы вот так идет. Под уклоном. Там, видимо, усадьба целая, потому что я гляжу отсюда. Колонны какие-то там. Огромное помещение. Вот отсюда видно центр города. Даунтаун. Как красиво. Виды, конечно, потрясающие. Домик интересный, красивый такой. Отсюда видно другую сторону горы. Вон университет Юты, отсюда видно здание госпиталя университета Юты. Вот в такой бы квартирке жить, в этом центре города. Как здесь красиво. Прелесть просто. Тоже домино огромный. Тут у нас что, яблоня цветет? Ой, какой запах! Просто прелесть. Okay. Там пчелки у нас, пчелки мед собирают. Ой, какая ароматная яблоня. Вообще. Вкусная, вкусная. Вишня уже цвела. Теперь у нас пора яблони. Какие-то кусты тоже. Вон он какой дом с колоннами, там со всеми делами, как говорится. Кто-нибудь, наверное, какой-нибудь... Или богатый-богатый бизнесмен, или какой-нибудь этот конгрессмен, или руководитель церкви. Они тоже, многие живут в таких хоромах. Ой, вон там что, там целый этот. Поподглядываем чуть-чуть. Вон там что у нас? Замок целый. Обалдеть. Плохо видно за деревьями. В общем, хоромы те еще. Обалдеть. Перемешка, все домики попроще, и домики совсем непростые. Опять квартиры с такими большими балконами классными. Там можно целый огород устроить. В таком балконе. Ой, вот это домино. Ё-моё. Некоторые живут же. Богатенькие, видимо. За таким же еще ухаживать надо. Умудриться. Такое чувство, что вот этот дом тоже дом. Типа квартира для гостей. Что типа такого. Квартирки. Просто домик чей-то поменьше. Это тоже очень даже хороший. Вот это вот авенюс наша. Авеню. Район.
Шикарный. А тут у нас что, парк небольшой. Чуть-чуть запыхалась идти. Сейчас мы перейдем дорогу до 5-квартирки. Сейчас вид будет классный. Вид на Capitol. На Капитоль. Как ее позвать? Государственное здание парламента Юты. Правительство Юты. Интересное место. Пенечки. Ой, красотища. Что за место такое? А, была здесь башня одна. Вот это вот. Видимо, она здесь была, а потом ее снесли. Очень жалко. Она была такая классная. И деньги платили, чтобы на нее забраться и посмотреть вокруг. Вот. Вот, я не помню почему, но по какой-то причине они ее снесли. Эту башню. А вообще было бы прикольно. Вот, отсюда видно здание парламента и всю, в общем-то, долину. Очень красиво. Вот там внизу у нас парк. Красивый такой. Не туда внутрь можно заехать. Погулять по парку, и дальше он уходит в каньон. Этот парк. Там у нас Capitol Hill находится. Как здание парламента, опять-таки, правительство Юты. Очень красиво. Там у нас весь Солт-Лейк, вон видно отсюда. Горы. Очень красиво. Сам Солт-Лейк. Само озеро соленое. А вот если еще немножко туда проехать, вот где машина сейчас едет, по другой стороне, то вот туда дальше подняться, видно красивый такой холмик, ровненький. Вот там такое местечко, откуда тоже можно посмотреть на всю долину. Люди туда поднимаются, чисто как хайк такой, прогулка в горы. Но там оно лысо все. Лысо, но много цветов. Я вот весной была в мае. Там очень много цветов. В принципе, неплохая такая прогулочка для тех, кто живет вот в этом районе. Я забыла сейчас, как правильно называется этот хайк. Но находится он за Capitol Hill. Там монумент стоит тоже. В общем, так интересно. Цветет. Домики интересные. С мансардами. Есть у нас красивые места, конечно, здесь. Безусловно. Вот тоже яблоня. По-моему, обыкновенная яблоня. Настоящая. Значит, здесь осенью могут быть яблоки. Бесплатные. Вон сколько поросли. Да, но это, наверное, это ранетки. Они не очень вкусные. Вот такой вот авениус. Ой, отсюда горы видно. Видно горы. Красотища. Просто сказка.
с такими видами дома, они, конечно, здесь, я думаю, под миллион стоят такие дома. Вид, конечно, просто потрясающий. Я вот сколько раз была на той стороне, а на этой стороне еще ни разу не была. Очень интересно. Гуляем, а потом идем уже обратно. Такой здесь вкусный запах. Вот этих вот яблонь обалденный просто. Вид, конечно, потрясающий. На Capitol Hill. Hill он называется, Capitol Hill. На саму долину Salt Lake. Для меня вот, я парки люблю, конечно, но вот когда гуляю по самим улицам, смотрю, как живут люди, как-то оно мне даже еще интересней, чем просто клумбочки, цветочки. Здесь как-то это все живое и настоящее. Сами люди, как говорится, потрудились. А вот там на холме, ой, кстати, колокол бьет. 2 часа. Ага. Так. Здорово. Словно здесь было слышно. Да, 2 часа, по-моему. Два раза пробили. Классно. А вот там на холме, отсюда уже видно вот их огромные дома. Там такие огромные усадьбы. Это очень-очень дорогой район. Вот весь склон горы. Там у нас дальше парк опять видно. И он так уходит в каньон. А потом по каньону можно пройти дальше, дальше и дальше. В горы. Очень даже интересно. Ой, как красиво. Обалденные виды. Я просто дальше иду по улицам опять-таки. Сейчас мы немножко еще погуляем. Тут в горку у меня дыхалки что-то не хватило. Запыхалась немножко. Какие-то интересные такие балконы. Там, наверное, можно спуститься в парк. Вот по таким вот тропиночкам можно спуститься в парк туда вниз. Домики как игрушки, игрушечные, очень красиво. Большинство, конечно, своими домами хорошо ухаживает, все-таки их в порядке держит, цветочки сажает на все это надо время. Ну, у кого много денег, они, конечно, нанимает на работу людей, чтобы ухаживали. Вот. Ну, а те, кого просто сами люди любят этим заниматься, то они, конечно же, сами никому за это не платят. Так высоко-высоко. Ну, это я уже так это проголодалась немножко. Нужно будет сейчас дойти до кафе, наверное, посмотрим. Есть тут одно тибетское кафе неплохое, называется Шамбала в Авенюз, расположено, адрес точно не помню. Там неплохо кормят и достаточно недорого. Даже, можно сказать, дешево. Но еда настоящая тибетская. Она похожа чем-то на индийскую еду. Какие у нас красивые виды есть в штате Юта, Солт-Лейк-Сити. Тоже интересный комплекс. Квартирный, небольшой. Я бы такой тоже жила с удовольствием. Особенно если с балкончиком, вот с такими видами. Парк рядом,
с обалденным видом. Да и просто по улицам погулять одно удовольствие. Такие мансарды, или как они правильно называются, уровни. Много ступенек, конечно. Ой, ирисы расцвели, красивые. Обожаю ирисы. Скорпиончики зацветут тоже. Классно. Тихо так. Спокойно. Только на машинках периодически едут туда-сюда. Катаются. А так все тихо. Безо всяких. Никакого хулиганства. Ну в этом-то и прелесть этих районов. И поэтому они такие дорогие. Да, собственно говоря, потому что они такие дорогие. Поэтому здесь и спокойно, и тихо. Потому что живут приличные люди. Неприличные, у них здесь на такой район денег не хватит. Поэтому блестящие камушки, не знаю, видно, не видно. Они так переливаются на камеру, на солнышке. Красиво. Качелька стоит. Классно. Такие авеню у нас. Это у нас авеню. Какое получается? 7-е? Не вижу отсюда. Нет. Они по буквам расписаны. Это авеню. S получается, что ли. Интересный адрес. Ой, какую горку. Вон она, какая горка большая. А туда вниз, вниз, вниз и вниз. Вот так. Интересный кустик цветет. Красивый такой. Ну вот. Здесь даже ходит общественный транспорт. Очень удобно. Вот так вот.